Мы, кстати, начали догадываться в тот момент, когда Саша начала набирать, прям жестко набирать. Она весила 136, 137, 139. То есть мы придерживались диеты, но при этом вес как-то не сходил. И мы думали, что происходит, почему? Так, вот. И только потом, уже спустя время, как она весила 140, уже мысли пошли, но мы не говорили, потому что не были уверены. Поехали в отпуск, начали гулять, тусить. Вот. И потом, когда начала болеть голова и живот, мы поняли, что опа, что-то пошло не так. Вот. Ну, теперь мы понимаем хотя бы, почему Саша набирала.